23 июля Тверь встречала всероссийский социальный проект «Музыка врачам» при поддержке Общественной палаты Российской Федерации. Первый концерт артисты дали на территории детской областной клинической больницы. В его рамках музыканты и артисты, и певцы исполнили свои произведения как дань уважения и благодарности медицинским работникам, которые трудятся в условиях пандемии COVID-19. Основная цель проекта, по словам организаторов, – помощь в психофизической и духовной реабилитации врачей, медицинских работников в период коронавируса, а также улучшение их эмоционального состояния и настрой на позитив. Я пообщалась с многими врачами, у меня много знакомых врачей, и поняла, что эти люди работают всегда в больницах, у них совершенно нет времени, чтобы сходить на концерт, это никак не связано, есть коронавирус или нет его. А поэтому захотелось им внести праздник душевной радости, это очень важно, это влияет на их работу, душевное и моральное состояние. Музыкальный репертуар проекта разнообразен от оперных до эстрадно-симфонических произведений. В концерте принимают участие артисты и композиторы из Москвы и Санкт-Петербурга. Мы хотим, чтобы врачам было теплее от музыки, как подарка от наших жителей, от наших граждан. Потому что в период непростой карантина они приложили все усилия и бессонные ночи проводили. Врачи и пациенты, кто не смог лично присутствовать во время выступлений, смогли увидеть и услышать артистов через распахнутые окна больничных корпусов. Ну, молодцы, очень хорошо придумано все. Врачам, я думаю, сейчас как раз нужна какая-то вот музыка, поднятие настроения. И работать будет проще. Подготовленная музыкальная программа для врачей должна, безусловно, поднять настроение сотрудникам и добавить им положительных эмоций, чего крайне не хватало в последние месяцы, уверена главный врач детской больницы. Мы рады. Конечно, мы рады. Мы очень благодарны вот такому благотворительному проекту «Музыка врачам». Да? Мы на самом деле не ожидали такого внимания и такого вот праздника. Нам, вот видите, с погодой тоже повезло. Поэтому настроение радостное. Всего в рамках проекта в Твери и области будет дано 5 концертов на территории 5 больниц.